Відкрита трибуна. Чи вважаєте ви можливе підвищення мінімальної зарплати до 4100 гривень достатнім для проживання? Я считаю, что это достойное повышение, но у этой ситуации есть, как у медали, две стороны. С одной стороны, людям будет хорошо, да, им повысили уровень, с другой стороны, повысится уровень инфляции, на мой взгляд, и вот эта вот инфляция съест эту добавку. Вот то, что я считаю. Да, это нормально будет. Ну так, в принципе, как по сравнению с этими ценами, это будет нормально. Хорошо, если так хоть повысят. Я считаю, это ненормально, потому что у нас цены вообще ненормальные. И как можно прожить, допустим, на 4000 рублей? Это не есть нормально. Чтобы прожить нормально на наши деньги, я считаю, моя зарплата должна быть хотя бы 9-10, хотя бы. Червончик, если бы я получал, я бы был бы доволен. В принципе, мне бы хватало на семью, более-менее. Я считаю, зарплата должна повышаться в соответствии с ростом экономики страны. Все-таки безосновано ее повышать нельзя. И если мы заработали на зарплату немножко больше, то должны повысить немножко больше, соответственно. То есть все должно идти своим чередом. Я уверена, что недостаточно, потому что прожиточный минимум такой не удовлетворяет просто потребностям людей даже в нормальном, хорошем питании. Да, мы не говорим о том, что нам нужно одеваться, о том, что нам, женщинам, хотелось бы выглядеть хорошо, то, соответственно, для этого тоже нужны деньги. То есть я считаю, что на данный момент прожиточный минимум должен быть, порядка, наверное, на 70% больше. Больше 4000. Вообще, если все-таки не наступит инфляция и цены не вырастут, то, в принципе, я думаю, такая минимальная зарплата достаточная в нашем городе, при том, что минималка раньше составляла, по-моему, 1700 гривен. Это было очень мало, а если она вырастет до 400 и инфляции не будет, то я считаю, что даже людям, у которых там много, три ребенка, два ребенка, это будет хотя бы на покушать и заплатить за коммунальные расходы. При том, что субсидии сейчас очень распространены в нашем городе также, и это очень облегчит участь граждан Кривого Рога в том числе. Открыта трибуна.